Мне надо думать. Первое. Это дальше. Комбинация. Ну, это я тебе пример говорю. Не знаешь, надо это именно делать. Но это хороший пример. Хорошая, допустим, подправа. Да, простая подача. Человек сюда заходит. Оставляет левый угол, и ты даже пассивный ход, но можешь сыграть длинно, глубоко, влево, не просто в сторону, а именно глубоко влево, там где ему неудобно. Ну, соответственно, он его может отрезать, ты можешь еще добить, ну и так далее. Да, вот ты должна это задумывать, придумывать, записывать себе. Так, у меня там вот такие комбинации, это мои, я их нарабатываю, я на день не работаю. Точно так же прям подальше. Короткие я там пробую скидки. Тебе не важно выиграть. Это сильное соревнование для тебя. Вот мы тебе здесь как спарринг, тренировка. Тебе надо именно для шутки. Так, сейчас скидочка поработала. Здесь поработал как парочка. Попробую вернуть, да, попробую. Здесь попробую разыграть там 2-3 мяча. Да, то есть удержать на столе 2-3 мяча. Каким бы ни было способом, да, то есть я должна сыграть там 3 минуты, 4, там, до 5 розыгрыш на стол. И вот эти задания ты должна себе записывать, ставить цель. И не именно после игры записывать, а до игры. Записать, а потом посмотреть, что ты натворила. На все соревнования поставить цель. А вы это не делаете, ну, я вот просто не знаю, как это поставить. Никто не понимает, пока не знаю. Если у тебя будет вот такой вопрос, тебе будет легче. В голове можно все расставить, но учитывая, у вас сквозняк в голове, поэтому это цель поставили и забыли. То есть вы ее как бы поставили и забыли. Вот надо там записывать. Это ли, это ли. Если ты хочешь, тогда будет, прям будет мощно. Привет. Я не нашла застежку. Не работает.
вот эти договора было видно. Если бы была готова.
ученица могла дотянуться до ее класса, да? Не стабильно там какие-то дни, там, как-то было. Но она могла до конца не увидеть. Но могла. Как ты сыграешь? Ну, как ты подготовишься к этому. А ты вот готовилась к состоянию? Спала вот между стульями. Поделала с лентой. Опять между стульями стала. Да, вот если не надо, я пойду. Мне там надо будет двигать подставку. Там она сильно вращает. Так, что мне надо будет делать? Ага, выбирай. Снизу, по подрезке начать подставку. Так, все, все. Пошла готовиться. Вышел снизу. И все готово. Ну, что будет так. А дальше только начинается резко носить, поправлять. Будет. А они вот это... А у вас там это... Пыль заходит. Доска здесь будет. Я как тренер, я считаю, что это так не надо. Сейчас хорошо, что ты понимаешь, когда мне это не надо, когда делаю какие-то действия, стараюсь делать. Я это понимаю, я тебе это рассказываю. Я не учу, потому что я не делаю. Я вот знаю, что это надо. Профессионал от этого отличается. Я не знаю, что это не надо. Нет, все равно, что ты сейчас полетишь. Ну, кто его знает?
может быть, аж и нет, на пыли или так просто. Рабочий класс. Сначала делаем, потом думаем. Ну, в их случае просто делаем, но еще не думаем. Там так интересно, там ничего нет, а сюда все зашло. Видно, сначала сюда зашло, потом переместилось сюда.